Славянск. Утро 12 марта 2022 года выдалось морозным и спокойным. День также был морозный, но солнечный. В спокойной обстановке люди ходили либо по магазинам, либо в банке. Кто-то, естественно, работал. Вечером же, за несколько минут до взрыва, раздалась сирена. Большинство людей психологически и информационно не подготовлены. А так как эта ночь выдалась очень шумной, так как взрывы раздавались 18 часов, 22 часа, 23, в 2 часа ночи, около 3 утра, а также в 6.30 и в 7.17, то можете представить себе состояние местного населения, когда нет никакой информации о событиях, происходящих вокруг. Потому что местным СМИ и блогерам запретили выкладывать сразу фото и видеоматериалы. Власти сказали, разрушений в городе нет. Перезуб без пальца зиму. А судьбы миллионов граждан моей страны оказались поломанными из-за некомпетентности в дипломатии наших властей.